Короче, проблема у нас тут не срабатывает соленоид. Думали, что проблема в реле. Оказывается, что соленоид. 12, давай покажи напряжение. 12 вольт на тестере. Вот. Давай попробуем сделать вот так, чтобы все было видно. Вот, он должен срабатывать. Ноль. Меняем даже полярность на всякий случай. Все равно. Давай пробуем через реле.